друзья, сборка нормальных людей на сцене. Мы нормальные, мы как все. Мы тоже, когда йогурт открываем, золотинку облизываем. Мы тоже, когда много еды набираем, к компу идем, свет выключаем головой. Мы тоже, когда в магазин с автоматическими дверями заходим, вот так вот делаем, как будто двери открываем. Мы просыпаемся по утрам. Я, например, в садик ходил. О, вот, нормальный. В школе все учились? Пожалуйста. Это мы, когда в аэропорту к самолету подходим, хочется пропеллер или... Никита! Все так делают. Вот поднимите руки, те, кто за антимагами не тащит, ты, блин, к дагерему собираешь. Никита, так никто не делает. Да все так делают. Стесняешься? Никит, вот один вопрос. Ты по ночам спишь? Сборная нормальных людей, начинаем! Парень, который из любой ситуации извлекает пользу. Так, все, мы вас выселяем из общежития. Спасибо большое, печень вообще не вывозит. Повестка? Так, по перловке соскучился. Необычайно крутой парень сдает экзамен на права. Актер, вы, конечно, крутой, но сегодня теория. Дикий билет. Ребят, ну не смешно мне-то зашкаливать. Какой не смешно мне-то? Ты думаешь, зритель реально подумает, что у тебя есть не смешно мне-то? Кулак. Давно искал нас, спасибо. Никит, уходи, пожалуйста, не мешай нам. Ну, мне смешно метр показал. Значит, я показываю. Показывай. Парень не умеет отличать крест от плюса. Никит, ты думаешь, это смешно? Да вот тебе плюс. Никит. Уходи, пожалуйста, не мешай нам. Максим, ты что, с ними заодно, что ли? Не ожидал от тебя. Звезды российской эстрады в обычной жизни. Певец Алексей Гоман на фейс-контроле. Ты не проходишь. Но почему? Это же я, Алексей Гоман! Кто? Ну, от Влада Сташевского. От кого? Ну, от Родиона Газманова. Ну, Пьер Нарцисс. Кто эти люди? Ну, Влад Сташевский. Что за имена? Ну, блин, ну тут Аласов. Алексей Чумаков! А, это мой с бородкой, да, да, вот ты не проходишь. Панайотов? На работу взяли, а? Да, взяли, но я тебя все равно не пущу. Это я должен был народного артиста взять тогда. Обиделся. Лев Лещенко заводится перед концертом. Прощай со всех вокзалов поезда! Сосо Павлиашвили отвергает предложение цыганки. Эй, дорогой, давай я тебе судьбу посмотрю. Я тебе на деньги погадаю, на любовь. Не гадайте на любовь! Все нормальные люди в детстве отпрашивались у родителей на ночевку к друзьям. Итак, представьте, парень отпрашивается у мамы. Мамочка, 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 а можно я с друзьями там на ночевку? Будет все хорошо, я тебе буду писать, хорошо? Иди у отца спроси. Ну, иди у отца спроси.
Ты-то куда собрался? Ну, жена! Ну, жена! Дорогие друзья, на самом деле не важно, выключайте вы головой, когда идете к арбуз с едой. Облизываете ли вы золотинку, когда открываете йогурт? Облизываете пропеллер на самолете. Главное, чтобы вы оставались нормальными, чуть-чуть безбашенными. Спасибо. Сборная нормальных людей. Мы ничем не выделяемся. Этим мы выделяемся. Спасибо. Да ладно.